Сотрудника администрации морских портов Украины Андрея Королева, который стрелял в человека, уволили. Об этом заявил замглавы МПУ Сергей Грунский. Речь идет об инциденте, который произошел 25 ноября. Пьяный чиновник во дворе собственного дома избил своего соседа, а затем еще и стрелял в него. Пострадавший, к счастью, выжил и сейчас находится в больнице. Королеву уже грозит уголовная ответственность.